К Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также их вдовы получат единовременную материальную помощь в размере 5000 рублей и поздравительную открытку от главы КБР Арсена Конокова. Об этом заявлено на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий в республике, посвященных Дню Победы. Как сообщил министр труда и социального развития, средства на эти цели, почти 4,5 миллиона рублей, были собраны в ходе республиканского субботника в поддержку старшего поколения. Часть собранных средств по поручению Ивана Герта будет направлена на ремонт жилья, социальное бытовое обустройство ветеранов. О мероприятиях, запланированных в республике, рассказал министр культуры. 8 мая в Нальчике состоится церемония возложения цветов к памятнику воинам 115-й кавдивизии, 9 мая к мемориалу «Вечный огонь славы». В День Победы в 12 часов на площади Согласия перед Домом правительства для жителей и гостей республики будет организован праздничный концерт. Пройдут народные гуляния. В населенных пунктах республики активизирована работа по ремонту и реконструкции памятников погибшим воинам Великой Отечественной войны, в которые подключились группы волонтеров. В настоящее время в Мартыновском районе Ростовской области проводятся работы по поиску останков воинов 115-й кавдивизии. По результатам экспедиции будет снят документальный фильм.